бегунец. Наделен способностью необычайно быстро бегать. Хотите, сбегаю до горы и обратно? Хотите, повторю на бис? Капитан Магма, разозли его, и начнется извержение. Катау! Резиновый пояс способен приобретать самые причудливые формы. Наконец-то я до носков достаю. И мисс Явление. То видимо, то невидимо. Этот костюм меня не полнит? Международная лига справедливых суперприятелей, отделение Виаком. Решено. Берем одну пиццу с сыром, одну пепперони с грибами и одну с оливками. Суперприятели, нужна ваша помощь. Святой Палтус, это же шеф! Спасибо, что представил, бегунец, но все давно знают, кто я. Ближе к делу. Нам стало известно местонахождение злых сил. Вместо имени чего? Просто скажите нам, где они, шеф, и мы схватим их раньше, чем вы скажете «Сальса Верде». В последний раз их видели, когда они задирали подростков на рифе любви. Ну, знаете, риф любви. Чертов плавник, морской герой, риф любви! Вот маньяки! Напасть на гормонально неустойчивых детей! Ах, риф любви, золотое времечко! На риф любви! Скорей! Так значит, пиццы не будет! Пожалуйста, перестаньте! Не надо! Пожалуйста, тили-тили-тесто! Тили-тили-тесто! Жених и невеста! А ну-ка, посвети в ту машину, Скат! Хе-хе, удовольствие! Это плохая шутка. Оставьте в покое юных влюбленных. Это же наша русалочка. Ты сэкономил на время, придя сюда. Вам не победить. Вы в меньшинстве. Ты тухлый рыбный фарш настроен, а ты в одиночестве. Уже двое. Бегунец. Трое! Капитан Магма! Четверо! Резиновый пояс! Пять! Мисс Явление! А со мной все 10! Наверное. Мне это не нравится. Ох уж эти мне игрушки! Суперприятели! В атаку!